Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Мы продолжаем заказывать мистические квесты на сайте Darknet. Если вам нравятся эти видео, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте этому видео лайк. Ну а перед началом я попрошу вас подписаться на мой второй канал Ясинская Пэтс. Ну а сегодня, как вы уже догадались по названию, мы заказали Слендерину, внучку бабки Гренни. И сейчас мы пройдем игру, то есть квест в реальной жизни. И она уже, я слышу, как стучится в нашу дверь. Итак, ребята, самое главное, что мы сейчас должны сделать, мы должны найти карту, в которой будут указаны условия и правила игры, что нам необходимо будет сделать. Сейчас мы посмотрим, что делает Слендерина. Где она? Итак, у нее в руке какой-то медальон и какая-то книга. Она сейчас вешает медальон. Вешает какой-то, я не знаю, медальон. Что это похоже на что? Может быть, это ее медальон? Куда она вешает? Она вешает на нашу кнопку. Кнопку, серебряную кнопку. От YouTube. Черт, что она хочет? Я не знаю, она с книгой зашла в ту дальнюю комнату. Пойдем посмотрим, что это за цепь. Что она оставила, пока она в той комнате. Пойдем. Это какой-то медальон. Я не знаю, что он значит. Еще здесь какой-то красный намотанный шарф. Это она сделала. Она идет. Быстро, прячемся. Дверь закрой. Дверь закрой. Закрывай. Итак, я не знаю, что это. Это похоже на увеличительную лупу. Да, действительно. Это увеличительная лупа. Это подсказка первая. Получается, что нам надо искать. Ты думаешь, что это уже то, что нужно отметить в карте? А где карта? Мы нашли уже подсказку, а карту не нашли. Такого раньше не было в этой игре. Что-то запутано. Может быть, через это стекло я могу увидеть, где карта? Что? Что? Где? Где Слендерина? Слендерина. Она ушла в другую комнату. Меня интересует, где карта и что в этом красном шарфе. Карта, скорее всего, она принесла в книге в своей, в дьявольской. Нужно посмотреть. Может быть, она оставила эту книгу в дальней комнате. Слушай, а тут целая атрибутика. Вот эта книга, да? Карта. Нужна карта. Черт. Я ничего не вижу. Погоди. Что-то есть. Да. Карта. Нашла карту? Да. Карта есть. Где медальон? Где Слендерина? Где Слендерина? Ого. Ребят, Слендерина идет по коридору сейчас. Сейчас быстро бежим и разбираемся, что в этой карте. Дверь закрываем. Итак, начинаем изучать карту, ребята. Под номером 1 что-то похожее на компас, круглое. 3, 4, не поняла, 1, 2, 3, 4, 5. Слушай, здесь все по-другому. Мы видим только компас. Вообще непонятно, что искать. Я не знаю, что искать. Слушай, а это что такое? Это что, могила? Где? Где могила? Вот это? Смотри, это изголовье от могилы. Странно. Хочешь сказать, что нам нужно искать какие-то вещи на кладбище? Подожди, ведь Слендерина – это внучка Гренни. Да, и что? Что ты сделала с Гренни последний раз? Мы собрали все 5 частей, и Гренни ушла. Подожди. Мне кажется, вот эта вещь – это вещь Гренни. Вот это пенсне. Вот это увеличительное стекло. Почему ты так думаешь, что это вещь Гренни? Потому что на ее надо посмотреть. Что там под кнопкой в красной тряпке? Да, что ты... это осталось такое? Потому что у нас этого не было. Я ничего не поняла. Нужно начинать было с первого. Если они пронумерованы, значит, нужно было начинать с первого. Нам нужно найти компас. А где компас может быть? Я не знаю. Может быть, он где-то здесь, в этой комнате. Я не знаю. Давай искать. Что за чертовщина? Она хотела заговорить твою кнопку. Ты принесла какую-то вещь. Здесь изображение Гренни. Где? Вот, маленькое изображение Гренни и стрелка. Ты заговаривал куклу Вуду на Гренни?
Дим, при чем здесь заговаривал куклу Вуду на Гренни? Мы заказали слендерину, а у нас почему-то фотокарточки Гренни. Они как-то связаны. Потому что она ее внучка. Что там за куклу Вуду? Давай ее сюда. Подожди, я что-то нашла. Внутри куклы... Что там? Еще один золотой медальон. Это еще какой-то золотой медальон. Стоп, она идет сюда! Быстро, 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 вниз! Что? Она нас услышала. Я не знаю, как это открывается вещь. Слушай, это очень сильно похоже на комнату. Все, она ушла. Пойдем. Пойдем посмотрим и сравним это все с картой. Вы, ребят, не представляете, как страшно, когда по твоему дому ходит слендерина. Вы видите, какое у нее страшное лицо. Это просто жесть. И при всем при том, мы должны вовремя выполнить все задания. Этот мистический квест длится не более 20 минут, поэтому мы должны управиться в это время. Если мы не пройдем, то с нами приключится что-то страшное, и нам начислят штрафные баллы. И что будет из этого, я не знаю. То есть... Создатели сайта Darknet и те, кто продают эти мистические квесты, нам ничего толком не объясняют. Но мы идем на свой страх и риск и заказываем всех этих злодеев и на сайте Darknet для того, чтобы делать качественный контент, чтобы вам нравилось, ребята. Так что не забывайте ставить лайки. Ну а мы откроем эту вещичку. Как же ее открыть? Я не знаю. У меня не получается, Дим. Может, нажать на нее нужно? Ты открыла? По-моему, поддается. Да, это компас. Точно. Компас, он внутри. Может быть, там какие-то подсказки? Получается, что эти вещи без номеров, значит, нам надо их искать при помощи вот этих вещей. При помощи компаса и... лупы? Да, потому что... А видишь... может быть проверить лупой? Здесь может быть что-то, что мы не видим? Может быть здесь есть что-то, чего мы вот здесь не заметили? Посмотреть. Чья это могила? Тут какие-то... Я не вижу. Мне кажется, что тут какая-то буква Г. Одна Г? Буква Г. Может быть ты и прав, что нужно что-то связанное с могилой, может быть что-то связано с Гренни. Я не знаю. Больше ничего нет. Итак, значит, я сейчас буду по компасу искать оставшиеся 4 предмета. Да. Сейчас мы проверим, где... Слендерина. Что слендерина? Если она тебя найдет... Нам нужно сделать так, чтобы она нас не увидела! Что в этом сложного? Давай смотреть. Итак, подожди, я посмотрю, куда указывает компас. Так, он показывает левее. Нужно пробраться в маленькую комнату. Пока слендерина на кухне. Компас показывал сюда. Скорее, скорее, заходи. Итак, сейчас я открою его. Что? Что он показывает? Он указывает куда-то здесь, с правой стороны от меня. Где-то здесь. Где-то здесь должен быть предмет. Какой-то предмет нужный нам. Что это? Ты что, нашла что-то? Не знаю, я нашла какую-то железную пику. Это гвоздь. Слушай, а по-моему, это похоже на пику с... Как на кладбищах стоят такие, как будто бы она отпилена с могилы. С верхушки. Вот знаешь, такие пики. Нет, подожди, это похоже на зубило, на какой-то. Это на керн, похож на керн. В общем, я не знаю, но компас указывал на эту вещичку. Сейчас нам нужно и узнать, где слендерина, чтобы нам не попасться. Ты ее видишь? Нет, я ее не вижу. По-моему, она в другой комнате. Нужно быть осторожными. Пока нет ее в коридоре, нужно компас. Компас указывает, что здесь тоже что-то должно быть. Черт! Что тут? Нет, я не знаю. Бежим скорее, пока она нас не услышала. Где? На кухне. Что это за таблички? Что мы нашли? Я вообще не понимаю. Что это? Точно. Это
это Гренни. Гренни? Такие таблички делают на могилах. И это могила Гренни. Видишь, она недоделанная, надо доделать. Ничего не понимаю. А при чем здесь мы, и Гренни, и Слендерина, и мистический квест? Я ничего не поняла. При чем здесь Гренни? Слендерина, внучка Гренни, ты что, не понимаешь? Ты хочешь сказать, что могила это еще какая-то вещь? Для того, чтобы мы ее нашли, я не понимаю, что дальше искать? Надо искать, у нас еще сколько предметов осталось? Я не знаю, это считать как за предмет? Он получается пятый или он могила? Все, разложи пока. Я вот так раскладываю, смотри, вот. Считай, если вещи, которые мы нашли. У нас осталось два предмета. 4 и 5. Так, бери компас, пошли. Искать дальше. Где искать? Она должна выйти с кухни. Она идет с кухни прямо сейчас. Главное, чтобы она нас не услышала. Тише, тише. Пошла по коридору. Нашла. Слушай, она походу поняла, что мы ее обманываем, что мы бегаем, она слышит нас, но она не может нас найти. Бегом на кухню, бегом, 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 бегом. Итак, теперь я смотрю на компас. Что он указывает? Я не понимаю, что, где? Компас, компас указывает, что эта вещь где-то здесь. Вот именно здесь. Где-то в этом месте. Не знаю. Какую вещь искать нужно? Я ничего не понимаю. Почему они раньше делали на карте изображение вещей, которые я должна искать, и сейчас просто то цифры, то коробки. Как мне понять то, что я нахожу именно то, что мне нужно среди всех этих вещей? Компас должен тебе точно показывать. Если ты правильно находишь, значит, стрелка вообще не должна двигаться. Она не двигается сейчас! Открывай вот эту дверку. Что это? Откуда молоток здесь такой? За что вообще, Дим? Слушай, это молоток для каменоломни. Господи, как мне это все не нравится. Могилы, каменоломни какие-то. Чё? Чё за фигня? Блин, я нифига не понимаю, нам что, нужно скрывать какие-то могилы, что ли? Дим, ну что ты молчишь? Эти вещи должны быть как-то связаны между собой. Что их нужно, закопать, сжечь? Нужно сделать, видишь, не хватает одной буквы. Какой буквы? Игрик. В слове Грэмми? Да, да, да. Ты считаешь, что я должна добить букву? Да, и тогда она, скорее всего, пропадет или даст тебе что-то взамен этого. Но у меня нет еще пятой, последней детали. Мы еще что-то не нашли. Где это может быть? Бери компас, пошли. Где она? Ты ее видишь? В коридоре ее нет. Где мы еще не искали? Где мы еще не были? Что показывает компас? Да он не работает! Такое ощущение, что он сломался. Дим. Здесь ничего нет. Where are you? Do you want to play hide and seek? О, заработал. Заработал. Показывает? Он показывает на дверь. Здесь. Что-то здесь. Я нашла какую-то... Черные. Что это такое? Я не знаю, там что-то есть. Что это такое? Ну что это похоже? Я не знаю. Что это? Это похоже на то, что когда вот так вот слушают. Я не понимаю. Слушай, она получается, может быть, она хотела вскрыть могилу? Она слушала. Она общалась с Гренни. Гренни хотела высвободить Слендерину и слушала ее. Наоборот, Слендерина хотела освободить Гренни. Могила Гренни.
Слушай, давай. Что нам нужно делать с этими вещами? Я сделаю букву. Давай, Дим, ты делай букву, а потом у меня есть идея. Ребят, Дима добил Y. И сейчас полностью табличка Гренни готова. Мы собрали все предметы. Дим, сейчас... у нас осталась 1 минута, надо торопиться. Слендерин идет прямо по коридору. Давай посмотрим, что с ней происходит. Боже мой, у нас получилось, она горит в огне, мы все правильно сделали. Нужно было найти все эти предметы, чтобы понять, что Слендерина достала Гренни из могилы.